Сидим, ловим рыбу. Ну, я вот настроился. Закину. Ребята там пришли. Миша, Вова. Ну, вы слышите? Или нет? Там такой концерт у нас идет. Опера. Слышите? Ворота, гляньте. Ломаются. Но их не взяли. Потому что они будут спутывать удочки. Они будут бегать. Воровать перловку. Но они будут, короче, баловаться. Вас не взяли, потому что вы не очень там способствуете рыболовному делу. Слышите? Сидите. Зачем вы поете концерты? А? Можете спокойно сидеть. Вы только сейчас были, только сейчас Дима был, накормили вас рыбой. Все у вас было. Просто полчасика мы можем сами посидеть. Зачем вы ломаете ворота? Зачем вы скулите? Ну, завтра я вас возьму на рыбалку. Все. Все, спокойно. Не надо концерт устраивать. Когда я один сижу, нормально. А сегодня мы решили ловить рыбу на соревнования. Кто больше? Втроем. Ну, а видите, слышите? Сидят там и скулят. Но они нам не дадут провести соревнования. Это будет соревнование, кто кого больше достанет. Ну что, Вов? Это Миша. Это... Ну что, пустите. Что, рыба? Ну они у вас поедят весь корм. Давай, я знаю, что сделаю. Что? Я принесу сюда столик. Положите туда перловку. Давай. Уберем повыше. Ну пущу их тогда. И мою перловку надо убрать в зону недосягаемости. Потому что все это будет съедено. И сюда не достанут. От них никуда не спрячешься. Слышите концерт Шаляпина и Каруза? Да-да-да. Сейчас будем что-то предпринимать. Ого, какие возмущения высокие. Ну что, закинули? Нет. Но мы почистили. Ребятам я сказал, они почистили. Да. Ну там внизу должно быть меньше. Миш, на. Вот столик. Клади сюда ловочку. Давай-давай, сейчас эти забегут, архаровцы. И ничего тут не а будет. А зачем их запускать? Да пусть, ну слышь, скулят. Запущу. Они будут бегать сейчас на траве, вам не будет мешать. Если что, за шкирку и в воду, поняли? Так, свою перловку я спрятал. Жалко их. Ну что? Так жалобно просится. Ну вы не передумали? А? Нет, не передумали. Держитесь там! Сейчас все сметут. Ну, перловку я спрятал. Сейчас они, если я успею свою спасти. Ну, вроде бы пробежали мимо. Ладно, они, может, возле меня будут сидеть. Мастик, обещай вести себя хорошо. У нас сейчас соревнования. И обещай, что
перловочку ты мою не будешь трогать. Вот я сюда поставлю. Нет, тут ты достанешь. А куда ж мне ее положить? Лирик, ты сейчас будешь купаться. Распугаешь всю рыбу нам. Ой, как же мне быть? Куда мне деть перловку? Они еще везде достанут. А, вот. В лодку положу все. У меня клевала моя удочка? Нет. Нет? Перекину. Ну все. Все, все, все. Ага. У меня съела. Надо наживку менять. Выключаю камеру. Ну что, у меня, знаете, какое предложение? Смотрите. Марсик помогает Вове. Да он никому не помогает. Ну, слушай. Мирка помогает... Этот, Миш, тебе. А мне Лирик, да? Лирок. И все, и посмотрим. И мы должны. Вот в прошлый раз. Ну, ты сколько поймал, Миш? Ну, около 7. 8-7. Около 8, да. А это около. Ну что, ты половину рыбки поймал? Или ты красную не считаешь, да? В общем, в прошлый раз Миша всех нас обловил. Штуку поймал. Сколько? Ну, 5 и красную, 6 штук. А если 5 и красную, это ну где-то 7 получается. Где-то около 7. Ну, если сложить 5 и 1, получится 7, так же? Ну что, Мирка, иди помогай. Миша, Лирик, ты мне? Лирик ни разу не был на рыбалке. Видели все видео? Обычно кто у нас? Мирка, Марсик, даже Жорик иногда сидел. Ну, сегодня вообще-то у нас аномалия. Лирочек у нас присутствует на рыбалке. Лирок, что-то такое прям, что-то такое необычное. Ну все, ждем. Вон, видите, 3 поплавка. Вот я увеличу. Вон, видите, 3. У кого первого клюнет? Кто первый вытащит рыбу? Ну, ладно, тогда Марсик за вас болеет. А Лирик с Миркой за меня, да? Вот так будет. Только Мирки что-то я не вижу. Куда-то она убежала. У кого же у первого клюнет? Вот Мирка. А, Мирка. Ладно. Ну, ждем. Мирка возле лодки крутится, вон она. Потому что там в лодке корм. Перловка. И она вот туда. Норовит. Она же чувствует запах. Так и хочешь в лодку залезть. Ну что, не клевала еще ни у кого? У меня клевала хорошо, но это, ну, вот она. Ничего не нет. Сейчас, Мирка, к тебе пошла. Она, да, Лирочек. Ну, ты прям рекорды все бьешь. Ты ж никогда не ходил. Это первая рыбалка с Лириком. Уйди. Ребята, он с Миркой и Марсиком. Ну, иди пока купайся. Еще ни у кого не клюнуло. Я сейчас сниму воду, скажу. А это перебежчица. То к вашим, то к нашим. Иди купайся, говорю. Иди. Миш, не отвлекайся. Пусть. Он будет стоять и смотреть. Что, он там слюни распустил, да? Да. Надо умыть его. Он же уже думает... Отходи, Марсик. Марсик, иди сюда. Иди, а то как рыбу поймаешь, я тебя не буду. Иди. Лёлик и Болик. Точно. Тот сказал, что Лёлик и Болик. Чук и Гек. Чук и Гек. Лерок не решился скупаться. Ну что, отсюда пойдешь? О, теперь Марсик дает рекорды. Жарко. Хоть и вечер, по 8 все равно жарко. Лирик намерился скупнуться, но что-то передумал. А у меня клюет. А у меня клюет, но утопило. Ничего не вытащил. Перекидываем. Потому что надо что-то одно делать. Или рыбу ловить, или снимать вот этих вот прелестных собачек. В какую сторону я сделаю выбор? Я
сделаю выбор нейтральный. Выключу камеру и буду ловить рыбу. Сегодня, наверное, день неуловный. И солнышко садится. И у нас Жирик сидит рядом со мной. Никогда такого не было. Видите, ведерко пустое, рыбки нету. Но дело же даже не в рыбке. Дело в том, что пришли дети. Сидят вот. Пытаемся устроить какое-то соревнование. Кто больше наловит. Вот у Вовы не клевало. А сейчас совсем перестала ловиться. У Миши вообще не ловилось. И потом перестала даже клевать. А у меня? А там же корм. Там же корм. А у меня вот кто клюет. Вот кто у меня. Видите, куда? А, я убрал отсюда корм. Мирка. Вот он стоит. Она еще не видела. Миринда. Вот бы ты, да? Угу. Ну что, вот такая вот рыбалка. Марсик решил сети проверить. Мирка корм. Лирик он сидит, ждет. Никто еще ничего не поймал. Ну и не важно. Зато мы счастливы. И вечер просто такой чудесный.